По итогам выборов в Сарапульскую городскую думу 7-го созыва избраны 28 депутатов. По муниципальному избирательному округу в состав думы войдут 8 представителей партии «Единая Россия», а также по одному члену от партии «Справедливая Россия», «Родина», «ЛДПР», «Патриоты России», «Партия пенсионеров» и КПРФ. По мажоритарной системе выборов новыми депутатами станут еще 14 представителей всех партий, принимавших участие в выборах. Все они по результатам голосования перешагнули 5-процентный барьер. 8 из них состояли в прошлом депутатском корпусе. Новички будут представлять 6 округов города – Центральный, Фабричный, Дубровский, Ленинградский, Молодежный и Дальний. В связи с избранием депутатом в Сарапульскую городскую думу глава города Александр Эссен 14 сентября по собственному желанию досрочно прекратил свои полномочия. С 15 сентября обязанности главы города временно исполняет первый заместитель главы администрации Сарапула Виктор Шестаков. Срок избрания депутатами нового главы города назначат 8 октября на заседании Сарапульской городской думы 7-го созыва. Новый глава будет избран конкурсной комиссией, состав которой определят депутатский корпус и правительство республики.